Эй, привет всем! Сегодня вторая часть, короче, наших покатушек на сноубордах. Я ж тут не шарю, мы, короче, поехали за папой. Ну, чисто просто на сноубордах, мы вообще хреново катались. Я ж не знаю, тут мы поехали тут по склон. Пока доехали 50 метров, 5 раз упал. И мы, короче, придумали новое решение, как спускаться только по таким горкам. Новое решение, у нас есть хороший поджопник. Блин, такой склон, мы даже в прошлом году с таких не катались. Тут первая горка и такой склон. Что, Дима, погнали? Але в лицо. Да, ну, может, якось чуть-чуть, давай на край. Оп. Чуть-чуть на край. Слабой хоть в капюшончике. А в натуре давай так сейчас разворачиваемся. Все, тут вот горка уже плюс-минус. Встаем. Ну давай. Где там Дима? Дима! Дима, шо там? Ой. Дима, погнали дальше. Да. Я и горки. Ладно, спустимся, потом включу. 20 minutes later. Короче, прошло где-то, наверное, полчаса, до сих пор не спустились с той горки. И я, короче, иду. Я и такие горки. Первый спуск, где красная горка. Надо никогда никого не слушать, а идти самому. То я уже там крутая горка, думаю, как спускаться. Сажусь на жопу и еду до самого низа. Просто все в лицо так залетело, в носу полностью снег. Решил до самого низу идти пешком. Упал, наверное, даже не 20 раз, а, наверное, больше. Хотя у Димы как-то еще выходит, а я не могу. Я даже не могу вот это влево-вправо, даже на минимальной горке. Я сразу падаю. Даже вот так вот не могу, как делать. Так что спускаемся вниз. Все, съемка пошла. Короче, опять крутая горка. Дима решил вообще рискнуть и на борде скатиться. Да давай! Я даже с тобой пробегусь, давай. Давай, о! О, куда? Входил, да, там я. Если бы я так ехал 100% в первом заборе. Дима! Ладно, вырубай. A few moments later. Оп, съемка пошла, второй спуск на 7-й горке. Димо, сейчас батя покажет. Я где-то спущу.
Чувствую. Дима, Кубер! Кубер, Дима! Прибегай! Кубер! Давай, пошел, погнал. Все, пошел. Давай, вставай, я к тебе не полезу. Чудо. Не чтоб кубарям, как я. Давай, Дима, скоренько. Подниматься легко. Все, может, чуть-чуть прикатались, еду на самую большую горку. Вот там наша долга. Путь был сильно тяжелый. Упал, наверное, раз 50. Ну ничего, едем потихоньку. Сейчас поедем наверх, покушаем, наверное, по круассанчику, пофоткаемся и все. Спускаемся домой на 7-ю мою горку, синенькую, чтобы а то я уже падать. Опа, мальчик упал. Вот это спортсмен. Да к черту правила, нахер. Погнали по всем. Давай, давай. Гляньте, как тут красиво, ё-моё. Опа, высота. Не то, что у меня дома. Одни колюжи грязь. Мы уже доросли до горок. Давай на синий горка. Ты, чтоб я... A few moments later. Хелло, подписчики! Все, это последняя горка, нам в 4:30 конец наших скипасов. И мы сейчас вот эта последняя горка, едем домой в машину и едем прямо сейчас сразу же домой. Так что всем спасибо, кто досмотрел до конца. Лайкаем, комментируем, подписываемся на мой канал. И если что, смотрим в предыдущий влог. И все, всем пока! I've been doing well. See me make it plays. Yeah, I know that you can tell. Like, oh, damn, 400 for the bell. I need my money giant. Got me feeling like Odell. Sipping on a cup. Yeah, I'm in the whip. I'm riding. I don't give a fuck. I peep her eye.